само собой. Если как-то такие огромные кувшины, да, декоративные, либо же там, может быть, такие большие тарелки, которые можно повесить, если как-то, чтобы не было перевеса, если как-то это довольно тяжелая вещь, можно договориться, они делают доставки. Это одна из самых сложных форм. И, кстати, за теперь он, ну, из тех мастеров, которых я наблюдала, он самый ювелирный мастер по производству вот этих кувшинчиков. Делать сейчас будет он из четырех частей, самая последняя. Сейчас он вам покажет, как это. А теперь. Он желает попробовать.